И ёвчиков, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я Градус, и сейчас я возвращаюсь от корабля, на котором держат Юни в заложниках. К сожалению, у нее не получилось сделать задуманное, и справиться в одиночку было труднее, чем она могла подумать. Ну, в принципе, логично. Мне нужно сейчас срочно забраться к Райму. И цель на сегодня — это освободить Юни, поэтому, надеюсь, Райм мне поможет. Райм, я уже прибежал, эх ты, рыбная головешка. У меня получилось найти за эту ночь Юни, и она полностью, к сожалению, в заложниках, и нам нужно ее освободить. Значит, дело так, что? Чё ты бьешься? Чего, я почесал себе пузико. Спасибо. Ладно, сейчас не до этого. Райм, бери лучшее снаряжение, и мы отправляемся в бой. Я смотрю, ты уже неплохо обустроился, я скину. А, у тебя сундуки пустые. Я только что их достал. Так, у тебя нет случайно для диверсанта патронов? А, сейчас посмотрю. Есть вот такие вот патроны, такие, такие, и в принципе все. Я тебе все скинул, что у меня было. К сожалению, не подходит. Ладно, я оставляю весь хлам. Гранатомет нам лучше не использовать, потому что суть нашей сегодняшней перестрелки в том, чтобы отвоевать корабль, а не разрушить его. Поэтому, Райм, давай по лодкам. Разрушить? Ладно, я всегда готов его. Райм, ни в коем случае не разрушай. Поплыли. Сейчас наша цель — полностью захватить корабль. Запомни это. И не надо своевольничать. И не забудь еще лайк поставить и на канал подписаться перед тем, как мы начнем воевать. Потому что мы любим лайки. А, Градус, смотри, мутанты под водой. Вот они. Это спруты, Райм. Но у них страшные зубки. Мы уже почти приплыли. Корабль должен быть где-то на этих координатах. Вот, я его вижу. Это он? Да, смотри. И что самое страшное, паразиты каким-то образом даже там успели очутиться. Когда я первый раз подплывал, они там сражались между собой. Возможно, они просто доплыли до них. Подожди. Ты хочешь сказать, что Юни там сейчас? Да, только паразитов они вроде бы отстреляли, остались только военные, которых я, к сожалению, не вижу. Ну, вроде никого нет. О, там спавнеры. Какие спавнеры? Вижу, вижу. Смотри, смотри, никого нет. Все-таки есть. Давай, подплывай. Тихо-тихо-тихо, подплываем. Нужно как можно бесшумнее. А! Меня увидели! Расстрелять! Так, так, давай, так, так, давай, так, давай, так, я давай, пробрался. Давай, примем пока что здесь всех. Сзади! У меня небольшое ранение, я перекусываю. Последний скоро солдат выйдет. Вот он! Или не последний. Вроде последний. Пойдем дальше, пойдем дальше. Здесь у нас сундук. Алмаз, ПП Томпсона, дробовик. Дробовик я возьму. Прикрывай мою спину, Райм. ПП Томпсона тоже. Сзади никого. Все, сзади мы всех зачистили. Я так и не нашел Юни, поэтому я просто ее слышал, но не видел. Здесь сундуки стоят. Штурмовая винтовка. Так, я взял штурмовую винтовку. Еще здесь есть огнемет. Не знаю, насколько уместно огнеметом пользоваться на корабле, но он не деревянный, поэтому все нормально. Я спустился на нижнюю палубу пока что. Градус, смотри, что у меня для тебя есть. А! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что? Бензопила? Держи. У меня такая есть. Тогда отдай. Нужно потушить. Что это за кровавое озеро здесь такое? А в сундуке у нас штурмовая винтовка, дробовик. Куча всего. Я возьму дробовик. Ух ты, смотри! Что это? Тут запасная броня. Это не запасная броня, это твоя броня. Ее как-то улучшить. Это стол для улучшений. А, да? Пойдем отсюда. Юни, ты где? Здесь кто-нибудь есть, дайте знак! Это что, ребята? Ребята! Ребята! Так, Юни, ты где? Я в какой-то клетке на третьем или втором этаже. Так, ясно, ты даже сама не понимаешь, где. А, я вижу ее! Опа-па-па-па! Здесь капитаны! Перебить всех! Райм, у меня так, мало здоровья! Мало здоровья, я пошел на улицу. Перекус. Градус, так. Ты в порядке? Да, я в порядке, Градус. Что? Значит, смотри, Райм. Здесь вроде никого не осталось, мы все забрали. А где подъем на следующий этаж? Вот, Градус, подъем! Я вообще не экономлю патроны, Райм. Ой-ой-ой! Дай мне к тебе подойти, чувак. И еще один! Райм, у меня мало здоровья! Они появляются и появляются. У меня полсердечка. Я убегаю. Где ты? Я хилюсь, я хилюсь, я хилюсь. Ты только не беги на следующий этаж, там их просто полным-полно. А, еще. Опа-на, все, раскромсали его. Говоришь, полным-полно? Да, на следующем этаже вот здесь. Юни, вот. Сколько у тебя там охранников? А, раз, два, три, около трех. Все нормально, я думаю, мы справимся. Болтовка выпала. Сейчас можно подним. А, вижу, вижу наверху, Райм. Нужно дальнее оружие, я возьму калаш. Опа, оп, оп, он слишком туп, он даже не успевает отреагировать. Так, ладно, побежали уже наверх, я думаю, то, что мы там с ними справимся, с остальными. А где подъем? А, вот, вот здесь. Нет, их больше! Давай, 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 давай. Патроны закончились, я беру бензопилу. А, еще один. Да, меня не стреляй, сколько они еще будут здесь спавниться. Ух, все, Юни. Мы всех зачистили. О, да, вроде ребята, как. Ребята, наконец-то вы добрались до меня. У меня все украли, мне все забрали, ничего нет. Не о, переживай, Юни, вот. Держи родстол. А, спасибо. Можешь еще перекусить жареной курицей. А, да, я столько дней не ела. Юни, мы думали, что это ты. Нет, это 10-й Б. А, господи, просто мы нашли. Как ты вообще смогла оттуда выбраться из этого здания? Там же полно паразитов. А, да, ты прав, было тяжело выйти, но я прокопалась под землей и еле как дошла. А вы как дошли? Ведь наш дом, он весь в паразитах. Нам пришлось, во-первых, запастись кучу снаряжения, кучу оружия, патронов, и пришлось просто повзрывать там все. Да, Юни, кстати, у меня для тебя есть небольшой подарок. Лучшее снаряжение, которое ты только могла себе представить. Отлично! И моя новейшая разработка. Я назвал ее чеснок. Чеснок? Написано лук. Это ошибка. Ладно, ребят, у нас зато есть теперь корабль. По сведениям того чувака, который погиб в нашей базе, это самая защищенная точка, если я не ошибаюсь. Градус, смотри, меня... Да,
нас, смотри, сколько много оружий. Держи. Да подождите, у меня места нет. Давайте потом посмотрим, что в сундуках. Я и так скину весь этот груз с себя. Ребята, тут еще спавнер и еще люди. Так, так, где? Наверху? Там. Да, вот они. Я их скинул. Ты еще будешь? Давай, Рэм, разберемся с ними до конца. Давай, спилой. Авэмбова. Easy jungle, the lion sleeps. Ладно, разберемся, все равно никого нет. Да, это действительно защищенная точка, но паразиты каким-то образом сюда добираются. Я слышала, как они дрались. Гребаные паразиты спруты. И люди, которые украли меня. Еще здесь где-то пролетали вертолеты, вы их не сбили? Смотрите, что там за ловушка. Там лошадь, скелет. По-любому там заспавнятся монстры. Ну да ладно, сейчас не до нее. Смотрите, это подводная база какая-то. Да, это подводный храм. Короче, Юни, самолета мы не видели. Будьте аккуратны, они могут потопить там корабль, если узнают, что мы здесь всех перебили. Это, конечно, хреново. У нас вообще долгая предыстория. Мы сейчас вообще с Раймом обитаем в очень защищенной лаборатории. Надо будет тебя туда отвезти и показать. Это наш теперь второй дом. Но корабль тоже мы облатаем, перестроим под себя, чтобы было поуютнее. А то здесь вообще как-то все сурово и стрёмно. Да. 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 Кстати, Градус, ты рассказал ей про Мёрфи. А, Юни, мы еще Мёрфи превратили в мутанта-паразита. А, подожди, как его нашли? Вот то, что я тебе рассказал, лаборатория, это была его. Но он превратить меня хотел в какого-то мутанта, и я психанул, засунул его в ту камеру и превратил, собственно, самого в паразита. А потом его мутировали с Раймом, и мутировали, а потом мы вспомнили, что про тебя забыли, и вот прибежали. Нет, это он про тебя забыл, я не забывал. Он тебя про меня набрал в Старс. Да, не, Бравл Старс это святое. Да, я, тогда да. Чего? Я тебя поймал, должны. Не надо, Юни, не. Ладно, Юни, пускай тут сидит. Давай забудем о нем. Че, кстати, у нас по ресурсам? У нас еды вообще здесь не хватает. Я предлагаю сделать ферму. Из еды все, что у меня есть, это 4 жареные свинины. О, так мало. Надо как-то поделиться. У меня, например, есть ничего. Нам надо будет отправиться в экспедицию, походу, и думать, что с этим делать. Подожди, Граду, ты слышишь какой-то странный звук двигателя? Да, он там случился. Подождите, а кто-нибудь шарит за двигатели? Да, я механик, ты же знаешь. С каких пор ты механик? С этой секунды. Ну ладно, пойдем. Юни, ты знаешь, пойдемте. Где тут вообще? Ты хоть что-то в корабле там разбираешься? Нет, они надели на мою голову мешок, я ничего не знаю. Тихо, вы слышите это? А что? Нет, не слышу. Двигатель здесь? Вы реально не слышите этих звуков? Нет. Градус... А! Нет. Кто там? Что там? Там паразиты! Юни, ты первая. Ребята, отойдите! Надо, чтобы они вышли, но они не идут. Подожди, тупые паразиты, как было спалить? А! Они все-таки вышли. Эй, господи! Он взорвался. Мерзость. Как они в двигатель попали? Я не знаю. Опа! Стремно! Рай, мне лезь под пули, ты дурачок. Пули свистели, утка Джек. Все, вроде бы зачистили. Значит, смотрите, каждому из нас задание проверить по одному ярусу. Рай, на тебя нижний ярус, на меня верхний, Юни, ты на следующий этаж лезь. На мне нижний ярус, потому что тут есть эти паразиты, да? Ага. Да, типа того. Значит, смотрите, Юни, ты здесь проверяешь, я наверх пойду. Хорошо, проверяю. Так, здесь вроде никого нет. Зомби заспавнился у нас откуда-то, ладно. О, ребят, я нашел сундук, а в нем ничего. Ну вот и все. Так, здесь тоже никого. Все хорошо. Вроде бы чисто. Я нашла алмаз. Да, я тоже его видел. В этом мире алмазы не нужны, Юни. В этом мире нужна еда. Еды нет. Собираемся на том ярусе, где держали Юни. Давайте тогда так. Если корабль полностью принадлежит нам, разложим оружие по полочкам. Нужно будет сразу нам отправиться за едой, но кому-то все равно придется оставаться на корабле, чтобы охранять его в случае чего, там, я не знаю, отбиваться. Предлагаю немножечко, так сказать, обойти, сделать обход и посмотреть, может быть, есть какие-нибудь незапертые двери или выбитые стекла, что-нибудь такое, потому что через них могут ночью пробраться паразиты, и тогда они сидят твои глаза, Юни. Что, мои глаза? Да. Нет, я слепну. Юни, нет, Юни, давай так, слепни. Мы тебя не будем отправлять на что-то такое ужасающее. Тебе дадим задание распределить все наше оружие, Градус. Весь наш инвентарь. Что, Райм? Смотри, что у меня есть. Смотрите. Опа. Изумруд. Ну никакой изумруд, это пшеница. Семена пшеницы и немного земли. Мы в теории можем сейчас выращивать культуры. Это, конечно, круто. Нам бы по-хорошему мясо, белок, все дела. Так ладно. Нет. Мы можем начать реально с пшеницы. Окей, тогда где мы будем? На носу корабля выращивать ее? А, ну там, где вода снизу. Юни, на скинул первом ведерко. Этаже. Так. Отлично. Юни, смотри, здесь все будут склады. Рассортируй. Я единственное, что возьму болтовку на ближнюю дистанцию АКМ и огнемет. А также бензопила лишней не будет. Юни, у тебя есть дерево? Дерева нет. У меня ничего нет. А у тебя? Или палки? Нет. Посмотрите по сундукам. Залутайте все сундуки. Райм, а нам с тобой надо отправиться тогда за едой. Можешь как раз таки сделать удочку и начать рыбачить. Только учти, что есть водные паразиты, которые могут тебя утащить на дно. Но это ничего страшного. Ты врешь.
врешь, ты врешь, такого не бывает. Я, по крайней мере, таких не замечал. Единственные паразиты, которые могут нас достать, это только летуны. Да, это правда. Хотя, на самом деле, я не доверяю этим спрутам. Райан, смотри, тут есть небольшие куски земли, ну, по сути, острова. Давай сейчас сплаваем, посмотрим, может, там что-то есть. Юни, ты пока что там занимайся своими делами. Да, я буду рыбачить. Не забывай про Крякина. Крякина? Крякина! Ну ладно, не забывай про Крякина. Давай выберемся, может, найдем здесь хотя бы немного еды. Свинки, овечки, коровки, курицы, что угодно. Ну, слушай, дерево это тоже неплохо, я считаю. Ну, добывай. У меня, я тебе просто говорю, у меня сейчас 4,5 еды. Скоро я проголодаюсь и даже бегать не смогу. А нигде вообще ничего съедобного нет. Градус, у тебя есть назаритовый топор? Нет, у меня есть бензопила. А назаритовый топорик? Нету. Так, Райм, я уже добыл 15 дерева. Нам так или иначе хватит это на растопку. Я уже поплыл на следующий остров. Зачем? Надо держаться вместе. Ты забрал лодку? Нет. Ты что, так поплыл? Да. Ты вообще сумасшедший. Все, Райм, я уже подплываю, я тебя вижу. Супер, так, я почти приплыл, ладно. Ступим, так сказать, на этот остров вместе. Так, Градус, смотри, ну, вроде на этом острове могут даже быть свинки, но, по крайней мере, тут есть дерево. Я ничего не вижу. Ну, дерево я вижу, по крайней мере. Да, эти острова абсолютно пустые. Ой, я проголодался, даже бегать не могу! Здесь паразиты! Они на меня побежали, Райм, мне стрёмно. Я ныряю быстрее в лодку! Их 3 штучки, успокойся. Райм, идиот, спускайся давай ко мне! Их не 3 штуки, ни в коем случае не 3! Глупый, бежим отсюда! Тебя бы оставить здесь, честное слово. О, господи, почему ж ты сразу не сказал, что их там не 3 штучки? Да я так и сказал вообще-то, ты просто слушать не умеешь. Умею, у меня есть уши. А у тебя есть? Давай дружить. У меня есть, давай дружить, давай. Мы такие похожи. Давай. Ага, круто. Все, хватит так, Градус, надо не отвлекаться от нашей главной цели. Так, ну, суша, по крайней мере, есть, но она такая себе. Тут есть песочек. Свинья есть. Уи, нет, не убивай, это мои друзья, нет, мы их должны размножить. Давай реально сделаем островок со свинками. Давай. Только нужна морковка. Главное, чтобы сюда не проник паразит, иначе все свиньи, так сказать, уже на смарку. У меня есть морковка. Действуй. Подожди, у тебя была еда, и ты не сказал? Было ли 2 морковки на черный день, Градус, ничего не знаю. Опа и опа. Значит, я одного свинтуса из них съем. Нет! Ну ты морковку всю потратил? Да. Ну все. Нет. Сырая свинья на 3 штуки. На, держи. Конечно, это был мой друг, но очень вкусный друг. Поэтому, не ешь, пожалуй, его, мы... Райм, не ешь. Нужно приготовить, чтобы было больше насыщения. Так, бамбук возьмем, может пригодится. Это тростник. Ой, бамбук-тростник. Так, может, здесь еще какие-то мобы есть? Может, коровы? Коровы, это было бы идеально. Они дают молоко, и мы бы смогли делать тортик и праздновать 600 тысяч подписчиков на моем канале, которые скоро будут. И на твоем 800. Ты не можешь определиться, ладно, забей. Юни там как думаешь, она сделала уже ферму? Я надеюсь, она выловила хотя бы пару рыбок. Градус, прощай. Ты что, охренел? Я думал тебя кинуть. А, ой, что ты наделал? А что я наделал? Все, га-га. Плывем вплавь. Зато погода хорошая, блин, 30 градусов. Да, и не говори. Не, градус может быть только один. Нет, их может быть 30. Интересно, если написать сколько градусов, то выйдет твой канал или погода? Понятия не имею. А кто хочет кушать? Я хочу кушать, я хочу. Хочу. Райм, я сейчас умру. Ну это нам на неделю, на месяц, я не знаю, так что аккуратнее. Да ты выловила, ты выловила, вот ты еще выловишь, не проблема. Ребят, нам нужно сюда печку затащить, у кого-то есть камень? Ну он тоже на черный день, градус, я тебе его не отдам. У нас тут есть какие-то припасы, я не знаю, где тут оружие. Вот смотри, я оружие положила сюда. О, у нас 8 камней. Райм, это ты подложил? Нет, это Дед Мороз или Гринч. Он ворует подарки. Градус, смотри, мы что, обглодаем его? Там нечего есть. Так, нужна кирка. У нас 28-26 железа, вижу. А где я кирку дел? Вот она, кирка. Возьми, отправься, поищи еще камни. Нам пригодится больше печек. А почему я все делаю, а ты? Я сейчас буду готовить, жарить свинину. Охренеть, какая... У вас есть свинина? Да. Я хочу. Ну ладно, так уж и быть, я дам тебе кусочек. А мне? Ты уже свое получил. А я все съем, тебе не останется. И немного дуба. Нам вообще дерево может как-то еще пригодиться? Конечно, дерево всегда пригодится. Ну да, для крафтов. Лара Крафт? Ага. Кто-нибудь вообще умеет управлять судном? Мы сможем подплыть ближе к нашей лаборатории? Да, можно, но как это сделать, я не знаю. Можно разобрать на куски это судно и, в принципе, переставить его поближе к нашей лаборатории. Можно, конечно, но это будет очень долго. Ребят, а кровати у нас нет, уже как бы ночь наступила. А вы не взяли с собой кровати? Мы взяли с собой. Я взял оружие. Бездонные карманы. Что ты делал под водой? Попал камень. Держи, градус. О, 32. Поставь одну кровать здесь, одну здесь и одну здесь. Нет, градус, мы с тобой будем спать здесь. Отлично, пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты угонишь мой вертолет? Нет, не угонишь.
Кто-нибудь слышит, что это такое? О, господи, я не знаю. Юня, а где Юня? Вот она. Это те вертолеты, их нужно срочно сейчас бить. Так. О, господи, нас сейчас взорвут. Так, берите оружие, берите все, что можно. Дальнее оружие. Давайте, пока они не спустились там и не высадили свои отряды. У них же ракетницы есть. Да, да. Райм, это ты уже работаешь по ним? Да, да, да. Ребят, спасите меня, я боюсь. Давай, давай, давай. Так, у меня уже это разрядилось. Опа, с болтовки. Так, нужно поближе. Оп. Они еще не запускают нас в свои ракетницы, хорошо. Эндер дракон! Я такого раньше никогда не видел! Они какие-то тупые, они не могут определиться, улетают они или нет. В него нужно очень много патронов. Давайте, 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 давайте. Все, один сбили. О, отлично! А где второй? Он, видимо, один, но знаешь, он мог передать информацию. Я слышу! Вот он! Давайте! У меня патроны почти закончились. Так, держи! Давай, 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 давай! Так, отлично. Работаем, работаем! Мне ни в коем случае нельзя дать захватить наш корабль, который мы благополучно у них отжали. Они не знают, что у нас столько оружия. Так. О, сбили, сбили! Сбили, сбили! Подплываем к нему, у него могут быть полезные детали. Да, давайте. Погнали. А, все, наверное, ушло на дно. Ребята, держите лодку. О, спасибо. Блин, она же была вроде базука, Райм, у тебя. Так я тебе ее отдала, ты ее в сундук положил. Ну ладно. Блин, там слишком темно. Из этих кораблей просто обычно ракетницы выпадают. Я вижу, да, да. Тут, знаете, тут есть какие-то кибернетические запчасти и патроны выпали. Ну отлично, если можешь, подбирай. Подбираю. О, железные блоки. Что? О! Неплохо. Да, два железных блока. Блок на блок. Все, тут, кстати, жареная свинина пережарилась. Нам нужно будет патроны изготавливать с помощью пороха и прочих там деталей. Я не шарю за это. Обычно утенок Джек в таком разбирается, но его мы так до сих пор и не нашли. Надеюсь, он жив. Возможно, его уже сожрали. Тогда давайте так, я не знаю, это чисто случайность. Если нам получится его встретить, будет замечательно. У нас так яблок оказывается. О, реально для него. Но они не в курином бульоне, Юни. Ракетницы выпали еще из другого самолета, вертолета. Так, ладно, ребят, у нас, по сути, есть корабль, у нас есть с вами убежище, даже два, и на земле, и на воде. А на этом наша серия, в принципе, подходит к концу. В следующей серии мы собираемся отправиться, не знаю, если повезет, найдем утенка Джека, но все-таки лучше где-то недалеко от суши существовать, поэтому будем плыть. Продолжение через 20 тысяч лайков. Всем хорошего настроения, и ёпча, пока! Пока!